паводковая ситуация в Киренском и Катынском районах стабилизировалась. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области, подтопленных домов в муниципалитетах нет. В зону возможного паводка попадали 4 населенных пункта, где проживают более 600 человек. Им своевременно оказали необходимую адресную помощь, 40 человек эвакуировали. Среди них маломобильные граждане и дети. Спасатели продолжают контролировать обстановку. Высокие классы пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области в ближайшие дни. В 27 районах региона запрещено посещать лес при установлении третьего класса пожарной опасности. Всего за минувшие выходные в Приангаре ликвидировали 9 очагов возгорания. Как отметил министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин, все лесные пожары возникают сейчас вблизи от населенных пунктов. Чаще всего это результат бездумных действий людей. Дознаватели МЧС расследуют каждый случай возгорания в государственном лесном фонде. Виновным грозят не только крупные административные штрафы, но и уголовные. Ответственность. Городскую поликлинику номер 1 откроют после капитального ремонта в Усть-Илимске летом этого года. В рабочей поездке в территории глава региона Игорь Кобзев посетил социальные, спортивные, культурные объекты района. Модернизировать четырехэтажное здание поликлиники начали в 2022 году. Там заменили систему водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, установили новые окна, выполнили чистовую отделку внутренних помещений. Сейчас специалисты продолжают отделочные работы на четвертом этаже. Сегодня с губернатором проговорили по перспективе установки МРТ-аппарата в этом же здании. Здесь идет экспертиза уже проектной документации. После того, как она закончится, мы будем решать вопрос по выделению денежных средств. По системе здравоохранения вот мы посчитали, так приблизительно почти более 400 миллионов мы сегодня уже вкладываем в структуру, инфраструктуру такого медицинского кластера и оборудования. Мы сегодня проговорили по дополнительной диагностике, МСКТ, то есть томограф приобрести. Но сегодня это нужно дальше делать. Мы готовы дальше финансировать. Три автомобиля с гуманитарным грузом для участников СВО помогли доставить парламентарии Приангаря в Макеевку Донецкой Народной Республики. Кроме того, в ходе рабочей поездки депутаты региона договорились о сотрудничестве с Народным советом ДНР. С таким предложением выступил спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников. Он отметил, что межпарламентское соглашение позволит обмениваться опытом работы депутатам и сотрудникам других аппаратов, а также пригласил парламентариев Народного совета ДНР в Иркутскую область, чтобы ближе познакомиться с деятельностью законодательного собрания и побывать на Байкале. Мы хотим создать рабочий формат и пригласить к этому и Луганский парламент, да и, наверное, все парламенты новых территорий, задружить между собой в рабочем формате, задружить аппараты. Мы бы с удовольствием поделились, как работать и с Государственной Думой, как работать и с Советом Федерации. И поэтому вот эти такие приземленные, но очень важные рабочие дела, они понадобятся вот. Деньги на расчистку русел рек и берегоукрепления получит Иркутская область из бюджета страны. Распоряжение о перераспределении федеральных средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги направят на укрепление берега Ангары в селе Казачье Боханского района. Таким образом, жилые дома, предприятия, дороги и объекты инфраструктуры защитят от подтопления. Более 4000 волонтеров будут помогать в организации Дня Победы в Иркутской области. Среди их задач – сопровождение ветеранов, пожилых людей и маломобильных граждан, оказание первой помощи нуждающимся, работа на трибунах. Также волонтеров задействуют при проведении патриотических мероприятий. А еще они лично поздравят ветеранов. Игорь Кобзев поздравил 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Филипповича Дыгая с Днем Светлого Христового Воскресения и наступающим Днем Победы. Главе региона также присоединилась команда молодой гвардии. В честь почетного гражданина в Иркутске оформят одну из остановок. Работы уже ведутся. Мы вас поздравляем со Светлой Пасхой. Долгих вам лет, здоровья, чтобы семья рядом была. Ну и надеемся 110 лет отметить также здесь.